твою мать! Моя спина! Здорово! Сегодня у нас с вами будет новый гайд PUBG на PR. Сегодня приветствие будет сначала, потом интро, и, как обычно, не должно быть мемов. Мне лень. Сегодня у нас будет... Блять, вообще меня видите из-за этого света, не? Ты чё, дурак, блять? Ай, блядь, идиот. Сегодня у нас будет гайд на Балору, да. С прошлым гайдом на 8-битку я окончательно обосрался уже с второй половиной. Ну, это кайнмастер, тупоёщер. Поэтому сегодня будет гайд на Балору. Сегодня я буду играть вообще без камеры. Мне, честно сказать, до звезды, как там еще будет выглядеть, но... Я уверен, то, что многие из вас ее умеют вообще побеждать. И, в принципе, я не вижу смысла рассматривать прям все детально, как с мангл. Не, нихуя. Поэтому давайте начинать. Ставь лайк, подписка с тебя, и погнали. Так, Балора. Второй по счету вантайм аниматроник, который вышел в игре в августе 2020 года. У аниматроника есть забавная механика, схожая с механикой Мангл, где нужно собирать детали. Однако, к вам будет добавлены две шкалы. Первая шкала Балора, это когда шкала передвижения ее, и шкала шума, то есть ваша шкала. Но это смотря как вы быстро крутите телефоном или же трясете. Шкалу шума могут поднимать ваши резкие движения, а также когда вы трясете мини-рин. Чтобы победить аниматроника, нужно собрать три детали, которые на уроне. Ну или же три мини-рина. Если вам отправляете аниматроника с родным СП, будет мини-рин. Если аниматроника с другим костюмом, к примеру, там обычного Фрея, то будут детали. Чтобы шкала Балоры не повышалась, вам нужно либо крутить телефон вправо, либо влево. Но это смотря куда будет идти шкала, выше или ниже. Также следя за уровнем шума. Однако могут вам мешать еще мини-рины и сбивать с толку. Поэтому не забывайте резко трясти телефон. Но я не советую вам делать это очень резко. А потихоньку. Арктик Балора или Снежная Королева Балора. Первый скин на Балору, вышедший в декабре 2020 года после Black Ice Frostbite. А у нее такая же механика, как и у обычной Балоры. Вам нужно собрать три детали, чтобы победить аниматроника. Но нужно следить за ее шкалой и шкалой шума. Больше на этом ничего нового нет. У этого скина есть свои собственные звуки передвижения и блеска льда. Также ее анимация в мастерской будет совершенно другая. И звуки тоже там будут совершенно другие. А также у нее есть свой собственный эффект. Clockwork Балора, или же Механическая Балора. Второй скин на этого аниматроника, вышедший уже в июле 2021 года, ну или же этим летом. У скина есть свои собственные звуковые эффекты механизмов, и также свои измененные мини-рины, которые будут с двумя зелеными глазами.
трясите также телефон аккуратно и следите за, за обоими, за обеими шкалами, чтобы победить аниматроника. И собирайте трех мини-рит. У нее на голове вместо ее пучка волос будет красоваться большая шестерня. И также она будет вся состоять из множества больших и мелких шестерен. Что ж, вот и подходит наш гайд к концу. Я еще ближе приблизился к последнему гайду на Funtime Freddy, которого наверняка все ждут. Хотя нет. Может быть, будет и Golden Freddy и плюс Trap, который вам больше всего будет нужен. Но, по крайней мере, я сейчас только заметил то, что Frostbear и Balloon Boy вам зашли больше всего. Поэтому я рад для вас стараться. На этом у меня пока что все. Ждите новых гайдов. И увидимся мы уже с вами в следующем ролике. Всем пока-пока, до скорого, удачи!